Всем привет, ребята, с вами Ролюха, и сегодня мы продолжаем играть за гаишников в GTA 5. Как вы любите, как вы и просили, сегодня, друзья, мы снова продолжаем патрулировать наш любимый город Лос-Сантос, да, в GTA 5. Поэтому с тебя обязательно лайк прямо сейчас, ставь обязательно лайк прямо сейчас. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись и пиши свои крутые комментарии, и про колокольчик тоже, дружище, не забывай. Ну а мы садимся в нашу Ладу ДПС Гранту, включаем мигалки, а нет, зачем пока нам их включать? Сейчас, собственно говоря, поехали патрулировать улицы Лос-Сантоса. Говорят, то, что здесь новые крутые гонщики. И вот первый из них, ребята. Машина Nissan GTR, какой-то крутой новый рестайлинг, так сказать, да? Он уже просто промчался около меня и стоит на светофоре. Так, подожди, это он? Да, это он, ребят, смотри, нифига он, конечно, нифига он дрифтует. Я даже не успел еще начать ролик, уже какой-то гонщик тут появился. Нифига он просто мега круто дрифтует, вот мне бы так научиться. Ну-ка, стой, стой, научи меня дрифтовать, пожалуйста. Я вот типа ДПСник, да, я вот хочу тоже типа, нифига, смотри, а у меня даже покруче него получается, ё-моё. А что за мной повторяет? Что за мной повторяешь? Слышишь, мигалки? Включаем мигалки, друзья. Все, погоня, погоня, погоня. Блин, только у меня тачка медная. Я надеюсь, что мы его сейчас, ребят, поймаем. Я надеюсь его, этого дурочка, блин, поймать. Фига, у него вообще... А что у него с тачкой? Ай, блин! Негодяй, все, стой, 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 стоять. Ты куда? На тебе. Слышишь? Я сейчас буду по нему, ребята, огонь просто открывать, потому что он офигевший. Куда он уже удрал? А куда он, ребят, удрал? Он, блин, я какой-то, ребят, плохой ДПСник, потому что он просто от меня уже удрал, ребят, все, немедленно, немедленно. Вот он, да он просто надо мной смеется, друзья. Все, капец ему, я открываю огонь прямо ему по колесам, друзья, по колесикам. Просто, смотри, улетает, все, улетел, все, 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 стоим, братишка, никуда ты больше не уедешь. Никуда, дружище, ты больше не уедешь. О, смотри, это Баллас, это из банды, челик. Нифига себе ты, конечно, блин, зарядил. Ты че танцуешь, офигевший? Смотри, ребята, это его Nissan GTR. Очень крутой такой фиолетовый подстиль его банды. Мне очень нравится эта машина. Я ей ставлю, ребята, 7 из 10. Он мне хочет подарить Мишку, чтобы я его отпустил. Нет, ты меня, блин, подрезал, ты меня... обманул, Мишка тут тебе не спасет. Уж извини, но поднимай руки. Руки поднимай, говорю, ребята. Руки поднимай и... Ты куда пошел? Ты куда пошел, блин? По ногам. По ногам, говорю, руки поднимай. И все, и хватит, в принципе, уже мне надоедать. Ребята, я этой тачке ставлю 7 из 10, а вы свою оценку пишите в комментарии. Семерочка от меня. А этот дурачок уже бежит, бегает, кто-то хочет от меня убежать. Сейчас, если ты от меня убежишь, ты будешь наказан. Давай, в тачку, скорее в тачку садись. Тачку, говорю. Все, наконец-то. Ребята, я его везу в участок, его тачку отсюда тоже увезут. Но мы переходим, ребята, к следующему нарушителю. Погнали. Ребята, короче, выехал на такую вот автостраду, да, надземную, так сказать, где обычно у нас любят гонять всякие крутые гонщики, в кавычках, да. Вот если вот просто на кого-нибудь навести пистолетик, они сразу же такие, типа, миленькие, да, типа, мы не гоняли, мы тут, типа, не при делах, а на самом деле они такие, блин, вообще жуки-бандиты. Все, ребята, ждем, ждем первого нарушителя, пока я никого не вижу, да. Ой, ребята, так и уснуть можно. Это кто там летит? Нифига! Это что такое? Бум! Нифига пролетел гелик! Просто Мерс Гелендваген, ребята, пролетел около нас только что. Какой-то просто мега крутой лихач. Он очень быстро пролетел, ребят. Я уже сел в нашу ДПСовскую Ладу, блин, русскую, которая еле прет. Но я должен просто его найти. Я должен его остановить. Мы должны вместе, ребят, с вами его остановить. Смотри, гелик. Красный гелик, блин. Какой же он крутой. Вот он прямо, ребят, перед нами. Он дрифтует. Он всех сбивает. Просто, братишка, ты будешь просто... Мы тебя посадим, реально. Я тоже так умею. Ты думаешь, один такой крутой? На встречку, ребята. Ну, нам можно, типа, мы ДПСник. Нам можно, типа, так гонять по встречке. Но ему точно нельзя, ребята. Он вообще офигевший. Офигевший просто. Тихо, как нам его остановить? К обочине, блин. Блин, я просто без комментариев. Как мне его вообще догнать-то? Дрифт. Дрифтуем, дрифтуем. Ай, дрифтуем. Как он тут вообще в повороты входит? Я не могу, а у него такая скорость, ребят. Ладно, по колесам будем, ребята, стрелять. Или попытаемся выкурить его из машины. Давай, ну-ка, ну-ка, может он пьяный? Может он сейчас выйдет из машины и начнет с нами драку? Ну-ка, стоп, фига он просто, на тебе. Ты че, ну-ка, блин. Это че такой, какой-то босс. Он сейчас мне угрожает. Ты мне че шляпу сбил? Ты мне фуражку сбил, че, офигевший? Ты че, блин, на тебе. Я тоже так умею, хоть мне и нельзя на работе, на службе. Но ты вообще офигевший. Ты чё, блин? На тебе. Давай. Битой могу тебя еще. Давай в тачку садись.
Какой-то пьяный этот, блин, богатенький папик, блин. Нифига он офигевший. Ты что, блин, самый... Ты думаешь, самый крутой? Ну-ка сюда иди. Пьяный, реально, смотри, пьяная походка. Он пьяный идет, ты посмотри. Чё выпил-то, братишка? Чё ты выпил? Ну-ка, у меня идея, что сейчас я ему предложу. Смотри, смотри, что я сейчас ему предложу. Он сейчас просто офигеет. Братишка, ну-ка сюда подойди. Подойди сюда. Давай. На. Опа-на. До свидос, блин. Молодец. Все, давай в тачку садись. Ты чё? Все, есть сейчас... О, садись в тачку, там у меня пиво. Реально, садись в тачку. Сейчас я тебе тоже угощу. Ты любишь пить? Да, ну-ка садись. Садись. О, сразу сел. Все, братишка, извини, мы тебя везем в участок. До свидания. До свидосик. Потому что ты нам уже как бы надоел тут фигней, так сказать, страдать. Все, ты едешь со мной. Ребята, все, мы везем его в участок. Его тачку тоже заберут. Кстати говоря, гелик у него крутой. Гелику я ставлю 9 из 10. А ты свою оценку пиши в комментарии обязательно. Ребята, я сейчас нахожусь в гетто-районе. И знаете, в чем прикол? Тут катается в данный момент настоящий трансформер Бамблби, да, ребята? Вы любите трансформеров? Вот я просто обожаю, и мой любимый робот-трансформер это Бамблби, да, это просто, у него такая крутая тачка Chevrolet Camaro, и вот она катается именно в этом районе, Бамблби тут настоящий есть, который умеет превращаться, и вон, походу, я его уже вижу, ха-ха! Приветик, ну-ка, дай-ка мы за ним проследим, куда он там, друзья, поедет, потому что, ребята, он серьезно... какие-то тут движухи, так сказать, устраивает. Давай я прослежу за ним. Я пока не буду мигалку включать, просто прослежу. Дрифтует, да, ё-моё, нифига себе, куда-то он тут заехал в какой-то район. Нифига боком навалил, я тоже так хочу. Ай-яй-яй, а у меня так не получается. Ай! Опа, ребята, он меня заметил. Это просто, конечно, капец. Ну-ка, стоп, давай-ка я выйду из машины. Нифига, он меня уже бьет. Тихо-тихо-тихо. Интересно, он сейчас будет превращаться или нет? Ребята, ё-моё. Ребята, вы, кстати, заметили то, что в машине вообще никого нету. Я вот только сейчас заметил то, что там реально никого нету. И это реально Бамблби. Смотри, тачка пустая. Блин, он просто, вы понимаете, он просто с секунды на секунду, с минут на минуту может превратиться в робота. Блин, я очень хочу это увидеть. Бамблби, я, блин, просто... Ты, конечно, понимаешь то, что ты на меня злой, то, что я за тобой слежу. Мигалку сейчас включу, блин, и тебе капец будет. Реально. А! Ё-моё, ты чего? Бамблби, я... Тихо-тихо-тихо-тихо, ты куда бежишь? Ай, отвали! Офигеть, какой он здоровый, ребята, я же вам не шутил, я вам серьезно говорю, то, что он умеет превращаться, и он настоящий. Стоп. Ребята, он... Фига он прыгает, конечно. Ё-моё, я просто в шоке. Ну-ка, стоять. Ай, ты телепортируешься еще. Отстань от меня. Как мне его, ребят, поймать? Мне, короче, нужно, чтобы его поймать, нужно как-то его заманить, ребята, в полицейский участок. Я не знаю, это, конечно, будет очень трудно сейчас, в данный момент, но, блин, давай вот мы сейчас его вот так вот, так сказать, заманим за собой, чтобы он за нами сейчас гнался, и я его просто приведу в полицейский участок, и за ним просто устроит погоню. Ребят, все, садимся скорее. Сейчас он превратится в машину и за нами поедет, ребята. Погнали скорее! Капец, Бамблби, да ты че, офигевший? Он теперь будет меня, ребят, преследовать, серьезно. Я его веду в данный момент, ребята, как вы поняли, в полицейский участок. Он просто за мной сейчас гонится, типа хочет мне отомстить, но мне пофигу, я его веду, ребята, к ментам, к моим, так сказать, сослуживцам закону, да, которые сейчас просто его поймают. Я вот так вот обману, покатаюсь тут по райончику, по его. Просто за мной. А он, ну-ка, стоп, он мяч подрезает еще, хочет обогнать. Офигевший. А я вот так вот спрячусь тут, на парковочке, он даже меня не заметит. Фига пролетел. Ты куда, дурак? Он сейчас назад поедет или что? А, смотри, остановился. Сейчас я его, ребята, толкну. На! Все, братанчик, давай за мной в полицейский участочек, за мной. Ну, конечно, Бамблби смешной, согласись. Ай, блин, офигевший, все, капец тебе, реально. Офигевший. Ё-моё, а мы налево. Давай, гони за мной. Слабак, реально, я сейчас от него, ребята, удеру далеко. Но у меня, ребята, хотя все равно найдет, но пофигу, в принципе. Вон он, нифига он мчится, ребята, он очень быстрый. Он реально очень быстрый. Это просто мега быстрый, ребята, робот. Ну, не знаю, ДПСнику, конечно, сложно его поймать, но мне очень легко, потому что мы и не таких, ребята, ловили. Согласитесь. Капец, два налево, сейчас налево. Мы, ребята, уже около полицейского участка, чтобы вы понимали. Я приехал не к тому, где мы начали, а к крутому полицейскому участочку. Так, все, вырубаем мигалочки.
За мной едь, за мной. Сейчас тебя тут, ребята, заманят. Давай, ребята, я встану сейчас, так сказать, в гаражик, и он, я думаю, со мной вместе залезет туда. Не знаю, что он будет делать. Он что-то боится. А я вот так вот возьму в гаражик, заеду. Вот сюда вот, в левую сторону-то, а? Ну-ка, ребята, сейчас мы его заманим. Замануха для трансформера Бамблби, друзья. Давай, залезай. Все, ребята, выходим. Все, до свидания. И свою тачку тоже. Все, ребята, бежим. Мы поймали трансформера Бамблби, который еще что-то там выжил. Но это уже не для нас, как бы. Стоп, иди сюда. На тебя, ребята, крутой ролик. Просто мега крутой ролик получился у нас, друзья. Мне он очень понравился. Перед тобой другие мои видосы. Обязательно их посмотри. Они тоже мега крутые. Ну, а с вами, ребята, был Ролюха. Не забывайте про лайк, про подписку, про комментарий. Всем удачи, друзья. И всем пока.